яркая концертная программа, мастер-классы традиционных ремесел и конкурсы. В культурно-досуговом центре «Барвиха» прошел 5-й открытый фестиваль солнечных традиций мира «Теплая горка». Что такое солнечные традиции? Это то, что объединяет людей в каждой стране, в каждом городе, в далекой Австралии и в нашей холодной России. Мы хотим, чтобы люди несли друг другу любовь, единение, и поэтому мы здесь всех и собираем. На сцене в этот день прозвучали русские народные песни, выступили творческие коллективы и талантливые артисты. Александра приехала на фестиваль, чтобы порадовать всех жителей своим исполнением. Меня вдохновляет вообще творчество во всех его проявлениях. И так как я педагог, конечно, всегда стараюсь поддерживать молодое поколение, начинающих артистов, начинающих и танцоров, и вокалистов, и, в общем, людей, которые всячески проявляют свои творческие способности. С каждым годом праздник становится все масштабнее. На площадке центра выступают коллективы и исполнители со всего Подмосковья. Самые юные участники тоже продемонстрировали свой талант. На конкурсах я был. На прошлых я тоже было много чего делал. В парк Раздоли ездили, тут уже много раз выступаем, там в клубе выступали. Всего на фестиваль было подано 163 заявки. В финальный день выступили победители всех заявленных номинаций. Этот день стал по-настоящему солнечным и был наполнен положительными эмоциями и улыбками участников и зрителей. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».